бойцы. То кого? А ну давай. Черный младше, но он не сдается. Забрали у них девчонок, так они вот нервничают. Блин, мне кажется, башка у них может проломиться от таких ударов. Давай, рябчик, не сдавайся, давай. Ты сможешь, давай. Я их оставил дома, уже несколько дней они сидят, это бараны-производители мои. В прошлом году у меня был один, но было меньше девчонок, он справился, хотя окот растянулся сильно, потому что их было 70 голов, вот в этом году будет больше, и один не справится, но я сейчас их не пускаю, чтобы не было осенних ягнят. Потому что осенние ягнята, они до зимы не успевают вырасти. И всю зиму потом их кормить надо. А мне надо, чтобы зимой как можно меньше было. В этом году 30 ягнят таких было осенних. И прокормил. Можно было 30 маток прокормить. Я просто 30 ягнят прокормил. Вот, поэтому эти два здесь, а с августа месяца их пущу. И тогда у меня с января начнется окот на следующий год. А январский самый классный. Январский, февральский ягнята. Никуда им энергию свою деть. Все, черный победил. Молодость победила. Тот уходит.